воспользуюсь вот советом начинающего журналиста. Некоторое время назад вышло несколько интересных расследований. Да. Например, про вашу дочь, бывшего зятя Шамалова, да, других якобы близких вам людей. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Понятно. Значит, ну, по поводу того, что вот эти вбросы имеют место, собственно говоря, ничего удивительного нет, они всегда имели место и всегда будут иметь место, это такое информационное противоборство происходит. Они и были раньше. Вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже. Там как только меня с какими клыками там не рисовали, я это все хорошо помню. Но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не то, для того, чтобы... Все делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там с бугром. Вот, это первая часть. Вторая часть вот касается, скажем, ну, вот, моих близких, да. Я... Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу? Там все время говорится «зять президента», «зять президента». В конце пишут, что все-таки бывший зять. Это первое. Хотя по ходу пьесы все время ввинчивают в сознание читателя, что это зять. Первое. Второе. Вот... Президент Путин запретил элитам иметь активы за границей. Ничего не запрещено элитам иметь активы за границей. Госслужащим запрещено иметь финансовые активы за границей. И правильно сделали. Ни счетов, ни каких-то других финансовых активов у госслужащих быть не должно. Значит, компания, о которой идет речь, это частная компания. 100% нет ни одной акции государства. Дальше. Кто и как получил какие-то там акции в этой компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента. И вот господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления. Они получили по другим правилам. Ничего такого особенного здесь нет. Вот. Но, наконец, на мой взгляд, самое главное. Самое главное вот в чем заключается. Вот сейчас только молодой журналист Шнуров спрашивал про наших хакеров. Чего написано в начале? Обратите внимание. Неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишут там. А дальше... Получается, всплывают уши этого анонима. Что я имею в виду? Написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту членов Демократической партии США. Ну вот вам, пожалуйста, этот аноним. Мне кажется, понятен, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это Госдеп и спецслужбы США. Вот они и являются авторами на самом деле. То есть, во всяком случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь. Первое. Второе. Ссылка на то, что вот наши хакеры, как они считают, в 2016 году вмешивались во внутриполитическую жизнь США, говорит о том, что и цель понятна этой публикации. Цель – это месть. И попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью определенного вмешательства, конечно, в нашу внутриполитическую жизнь. Совершенно очевидная вещь для меня, точно совершенно. Мне кажется, что и для большинства читателей тоже станет ясно. Если обратить внимание на те вещи, о которых я сейчас сказал. Но в этой связи вот что хотел бы подчеркнуть. Нужно руководствоваться, уже хочу обратиться к заказчикам таких материалов. Не к тем, кто делал. Это ребята еще, они, я знаю, они в спецслужбах. Им задание дали, они это пишут. Нужно вот тем, кто заказывает материалы подобного рода, руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а
нужно выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права. И тогда мы будем добиваться общих успехов на нужном для всех нас, на нужных для всех нас направлениях. Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Но я уже не говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Но я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет по поводу там данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну, вот в эту же секунду. Есть одна вещь, на которую, ну, так, в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно, этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер это вот этот, и я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне как вот человеку такого общенационального масштаба. Это известно, во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться для того, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае нашей. Вот я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране, руководствоваться именно не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации. Предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной. А их у нас много.